Студенты педагогического отделения Института математики и механики КФУ познакомили учеников Зеленодольской гимназии номер 5 с трудами и деятельностью Николая Ивановича Лобачевского. Через театрализованное представление студенты разрушили главные мифы о жизни великого ученого. И есть несколько мифов о том, что он занимался только геометрией, хотя на самом деле он вел очень активную жизнь, у него была очень такая активная жизненная позиция, он был народным деятелем, просветителем, помогал всячески учителям, помогал детям из бедных семей. Школьники были искренне восхищены ученым, а некоторые даже воодушевились на поступление в Институт математики и механики Казанского федерального. Чувствовалось, что мало знают о Лобачевском. На слуху имелся, но никто не знал, что он настолько талантливый человек. Было очень интересно узнать о Лобачевском. Редко можно узнать, что у нас в России были вот настолько великие люди. Теперь знаю, куда, возможно, буду поступать. Спасибо студентам вот за такое мероприятие. Студенты Казанского федерального представили историко-математический спектакль на русском и татарском языках. Возможность познакомиться с трудами Лобачевского в этот день получили и ученики лицея номер 9 имени Александра Сергеевича Пушкина. У нас есть целый ряд школ-партнеров, с которыми у нас договорные отношения, взаимовыгодные. Они готовят для нас абитуриентов, а мы, соответственно, проводим здесь профориентационную работу. И сегодняшнее мероприятие, оно носило именно профориентационный характер с тем, чтобы привлечь лучших абитуриентов в школ. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.